Пациентке на операционном столе 51 год. Казне Байзбековой диагностировали цирроз печени. О своем заболевании женщина узнала совершенно случайно. В 96-м году у меня было кесарево сечение, делали переливание крови. После этого я не проходила обследование. В прошлом году я попала в аварию, и только тогда я узнала о своем диагнозе. Сейчас мне делают операцию, и я рада, что мне могут помочь. Не буду врать, вначале было страшно, сейчас уже нет. Спасибо врачам за то, что дали мне надежду. Заболевание осложнялось варикозом и пониженным уровнем тромбоцитов. Несколько раз до операции у пациентки открывалось кровотечение. Кровотечение было в 2016 году из варикозных расширений вен. После этого сделано лигирование сосудов пищевода. Потом второй раз кровотечение было в 2021 году. Тоже было лигирование. У нее периодически повторяется кровотечение из ЖКК и кровоточивость десен. Эмболизацию варикозно-расширенных вен пищевода методом карта ранее в Казахстане проводили только в столице. В Шымкенте такую операцию проводят впервые 4 хирурга под руководством врача из Нур-Султана Евгений Мун. По словам медиков, операция малотравматичная, через прокол. Больных циррозом печени возможный риск кровотечения. Мы с этой операцией эндоваскулярной эмболизации варикозно-расширенных вен пищевода мы уменьшаем риск кровотечения. Мы сейчас делаем операцию без разреза, без наркоза, путем прокола именно вену. Операция длилась 3 часа. Печень – удивительный орган, говорят врачи. Важный орган восстановится фактически полностью. Куркем Сибалиева, Сакен Сапарбеков, Максим Курасов. Информационная служба телекомпании «Отрар».